Афифе Хатун. Слушаю, госпожа. Сюмбюля Ага и вы должны подготовить гарем для шахзаде Мехмеда. Надо отобрать самых красивых, самых умных девушек. Прежде чем все решить, я сама проверю каждую. Как прикажете, госпожа моя. Для Мехмеда это будет подарок. Госпожа, а я искал вас. Если ты опять собирался говорить о той наложнице, то подавись своим ядовитым языком. Нет. Шахзаде Мехмед, вот моя забота. Вы нам приказали выбрать для него наложницу. И я постарался отобрать самых ладных и разумных девушек. И, если желаете, мы сейчас же одну из них подготовим к этой ночи, госпожа. Я совсем об этом забыла. Что за рабыни? Кто угодно не подходит. Я сейчас приведу их, если хотите. Нет нужды. Я сама подобрала девушку, ее и готовьте. Да неужели? Фирозе. Госпожа, вы желали, чтобы я отправилась в покой шахзаде? Подойди. Верно. Я специально выбрала тебя. Я тут никому доверять не могу. Но, по-моему, ты искренне. Ты располагаешь к себе. Ты умная, красивая. И что для меня самое главное, ты преданная. Госпожа, вы знаете обо мне не все. Что это значит, Фирузе? Ты уже говорила это? Простите меня. Однако, я не могу к шахзаде отправиться. Это невозможно. Никак невозможно. Никак невозможно? Госпожа, я наложница повелителя. Та, кого вы искали, стоит перед вами. Рабыня, это я.